Всем привет! Сегодня я решила разобрать остатки всего своего футера, который у меня есть. Вот еще один. И что-нибудь из него сшить. Здесь не хватит на одно изделие из одного цвета, поэтому я буду как-то комбинировать, совмещать, так сказать, разумное потребление. Будем шить из того, что есть. И у меня идея сшить из всего этого свитшот. Выкройку я выбрала вот такую, с объемными рукавами от Sewed Now, шью впервые. Вот я ее уже вырезала, склеила, и комбинировать, скорее всего, буду вот эти два цвета, синий и розовый. Мне кажется, должно получиться неплохо. Сейчас раскидаю выкройку, на что хватит, посмотрю. Так, чтобы у меня получилось все, как я хочу, я укорачиваю свитшот. Я все выкроила вот таким образом. Основные детали перед и спинка у меня розовые, а рукава получится вот такую полосочку. Я чередую синий футер с розовым и манжеты розовыми. Осталось сшить и посмотреть, что из всего этого получится. Поехали. Так, для начала я подготовлю детали рукавов. Вот моя верхняя часть рукава. Средняя. И нижнее. Все лицом к лицу совмещаю. Вот такой конструктор получился. Теперь иду стачаю все это на оверлоке. Детали переда и спинки я складываю лицом к лицу, друг на друга. Вот так совмещаю плечевые швы. Вот так совмещаю плечевые швы и сшиваю. Теперь, когда у меня готовы и плечевые швы, и рукава, я раскладываю вот так спинку вперед, направляя в разные стороны. Беру рукав и вкладываю в пойму, совмещая с контрольными точками. Таким вот образом. Мне очень нравится этот способ. Это намного проще, чем втачать рукав уже в готовую сшитую пройму. Вот таким образом. И пришиваю на оверлоке оба рукава. Так, я пришила рукава, вот они. Теперь складываю вот так свитшот лицом к лицу. Совмещаю здесь боковые швы. Совмещаю вот проймы. И совмещаю свои полосочки разноцветные, чтобы они тоже совпадали. И все, теперь иду на оверлок и вот так вот одной строчкой пришиваю все это. Пока вот так получается. Осталось пришить манжеты и горловину.
теперь я приступаю к манжетам. Я все-таки решила использовать розовые манжеты. Я уже их сшила вот на верлоке по короткому срезу. Теперь вот так выворачиваю. Вот так выглядят мои манжеты. Теперь их нужно пришить к рукавам. Вот таким образом вкладываю внутрь манжету. Совмещаю швы. И так как манжета у меня очень-очень узкая, чтобы создать эффект вот такого широкого пышного рукава, у меня она не растягивается, видите, до размера рукава прям вообще никак. Как можно решить эту проблему? Можно сделать манжету шире, но я не хочу этого делать, потому что я хочу пышный рукав, и чтобы это было видно. Поэтому я просто вот так равномерно накалываю ткань рукава и так и пришью. Она в некоторых местах будет идти складками, но меня это не беспокоит. Мне наоборот нравится, что это будет такой пышный-пышный рукав. Все, теперь иду на верлок и вот так пришиваю. Вот такие манжеты у меня получились. Видите, вот тут небольшие складочки, но мне кажется, это все равно выглядит классно. Вот такие пышные рукава. Все, теперь можно приступить к обработке горловины. Вот моя горловина. Вот обтачка горловины, я ее уже подготовила. Вот сначала на верлоке. Теперь нужно лицом к лицу приложить и равномерно распределить весь объем. Так, моя горловина готова, вот такая она у меня получилась. Пришлось внести несколько изменений в выкройку, но итог мне нравится. На этом я закончила работать с верлоком, и мне нужно обработать низ изделия на распашивалке. Все, низ свитшота готов. Сейчас покажу поближе, и мы отправимся с вами на примерку. Если вам понравилось шить такие быстрые вещи вместе со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, и будем шить вместе.